Новый суперлот с суперценой. Поехали! 86-856. Итак, встречайте роскошную тунику в мелкий цветочный принт. Это новинка. Вот так надо начинать эфиры. С новинки сразу. 1190 рублей цена на это совершенно восхитительное предложение. Внимание, внимание, торопитесь. Ведь у нас такой специальный роскошный эфир одежды. Распродажа одежды, друзья мои. И прямо сейчас начинается. Кстати, выгода 2800 рублей. Также актуально. Напомню, номер телефона вы видите на экране. Звонок бесплатный раз. Никакой предоплаты два. Ну, в общем, надо торопиться. Так, Саш, ну давай смотреть на эту роскошную тунику. Мелкий цветочный принт. Вообще, люблю мелкий цветочный принт. Ты знаешь, я и крупный люблю, но мелкий это по-особенному. Давай, давай поподробнее присмотримся. Рассмотрим в деталях и в целом нашу тунику. Буквально еще чуть-чуть туника может стать, дорогие телезрители, уже ваши. Поэтому давай расскажем, что же это за произведение у нас здесь сейчас представлено. На чем вообще с факта присутствия туники, для чего она нужна, девчонкам, и в чем плюсики этой самой туники? Туника — это всегда наша палочка-выручалочка на самом деле. Бывает такое, вот сегодня у меня настроения нету, что поможет туника? У меня есть настроение, что поможет туника? Все правильно. Ведь туника — это такое универсальное средство, которое сделает всегда нашу фигуру именно такой, какой мы захотим ее видеть. Ну и такой, как мужчины захотят ее видеть. Телеканал «Дисконт» в этом смысле может помочь совсем немногим. Это легко и просто заказать вот эту тунику. Ну и выгода целых 2800 рублей. Друзья мои, обратите внимание, как старую цену мы сегодня лихо ликвидировали в нашем эфире. А старая цена в данном случае — это цена, рекомендованная производителем. 3990 рублей. Сегодня новая цена в 1190 рублей. Актуально, свежая. Свежа и роскошно. Почти как Лена, да, наша? 2800 – это ваша выгода, девчонки. Действительно, ведь туника – это такой роскошный, такой нужный, особенно нашим телезрительницам красивых размеров, такой нужный элемент гардероба. А вот смотри, Лена, кстати, как блузу ее задействовала сейчас. Да, на самом деле туника – это универсальный элемент нашего гардероба, который мы можем носить и как блузу, и как тунику, а иногда и как платье. О, ну вообще, да, как мужчина рекомендую. Так, продолжаем. Смотрим, конечно же, на роскошное качество. Великолепный совершенно материал. Дай-ка попробую. Я тебя опередила. Дай-ка попробую догадаться. Определить, да? Определяешь просто на ура и с летом. Да, действительно, лавсан. Тот самый лавсан, который мы безумно любим, который делает наши вещи очень практичными, очень носкими и долговечными. И радует нас невероятно. Ты знаешь, я был, вот покупал себе джинсы, был в одном известном магазине, естественно, не буду называть его название. Так вот, отдельный стенд, джинсы с добавлением лавсана. Гордый, цены повыше, понимаете? Я смотрел и смеялся в голос. Ребята, вы только сейчас узнали, что такое лавсан. Мы про лавсан знаем, ну просто все. И не мнется, и великолепно носится, и не линяет. И главное, вот этот эффект, конечно, меня просто восхищает. Вроде как немножко тянется, да, но при этом всегда возвращается домой. Знаешь, как хороший мужчина. Немножко тянется, всегда возвращается домой. Все верно, все верно. Это делает наш силуэт более утонченным. Лавсан делает нашу тунику более долговечной. И мы можем не переживать, что с ней что-то приключится. Это подводит нас к тому, что мы можем брать ее в дорогу с собой, и туника останется в первозданном виде. Прекрасное достаточно решение. Легко, да, действительно, и легко ухаживать. Стирать в машинке можно смело. Друзья мои, 1190 рублей. Новинка в нашем эфире с выгодой 2800. Доступно для вас прямо сейчас. Звоните, заказывайте, торопитесь. Ведь это телеканал распродаж, друзья. У нас распродажа каждый именно момент. У нас распродажа из часа в час, из минуты в минуту. Мы вообще единый центр распродаж и единственный в России, кстати говоря.